Пентагон. Давайте поприветствуем нового генерала Марка Нейрда, бывший номер два в силах ВВС. Спасибо. Я всегда мечтал командовать подразделением. Сайт нашего государства проходит через все наши космические спутники. Президент США желает контролировать космос. Именно поэтому президент формирует новое подразделение. Космические войска. Его и возглавит Марк. Что? От ребят, создавших для вас офис. Великое приключение, которое начнется сегодня! Готовьтесь к неудачам, но без жертв величия не достигнуть! Как ты и думал, он надулся, как петух. Да, это такой цирк. Да я с химчисткой говорю. Да-да, они мою рубашку посеяли. В космосе должны происходить чудеса. Никаких ссор и смертей. Мы ученые. Понимаю вашу склонность к разумному. Но доверие к вам слабоватое. И сколько стоила эта модель? 4 миллиона? Средних школы. Как 4 новых средних школы. Дерьмо. Дерьмо! Ты что, бежишь? Нет, шагай быстрее. Вы пытаетесь нам сказать, просто дайте денег и не смотрите, пока мы захватываем космос? А теперь бежишь? Шагай, давай! Привет, милая! Ты что тут делаешь? Меня выгнали. Показала учителю фак. Кровеносное давление растет. Брэд, дайте мне 5 минут. Аруба. Ямайка. Давай, зажигай-ка. Бермуды. Багамы. Надевайте панамы. Песочек на пузе. Коктейльчик в арбузе. Мы друг на друга западем по тропическим дождем. Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс, Тони Ньюсом, Лиза Кудроу, Джимми О. Янг, Джейн Линч, Фред Уиллард, Ноа Эми. 50 лет назад человек из нашей страны высадился на Луне. И знаете что, ребята? Мы возвращаемся. Космические войска. I wanna take it through.